И снова здрасте. И снова я приперлась. Получила сегодня эстафету от канала Польша и Витоша с рассказом, как, вернее, там три вопроса, как я начинала, поддерживает ли меня семья и что мне это дало. Видео я уже записала. К сожалению, я начала записывать на мобилке. На мобилке уже не было места. И основной, скажем так, основное видео, касающееся эстафеты, я записала довольно большим куском. И сейчас не могу его склеить вместе. Поэтому, в общем-то, будет в двух частях. Первая часть — спасибо каналу Польша и Витоша. Виточка, спасибо тебе за помощь, спасибо за, так сказать, рекламу. Спасибо за информацию о том, как можно, какой программкой можно было провести этот стрим. Стрим у меня получился забавный, но получился. А вот поэтому большое тебе спасибо. С учетом того, что у меня как-то сейчас, кстати, наверное, третий час ночи. Так, о чем я? Не помню. В общем, спасибо тебе большое. Это первая часть. Вторая часть уже конкретно с тем самым. Немножко длинновато, но будет следующим файлом. Целую, обнимаю тебя, солнышко. Всего тебе самого хорошего. Деткам твоим здоровья. Сама выздоравливаю, чтобы твои ушки, крылья и хвосты. В общем-то, чтобы все летало, бегало. И чтобы тебе все получилось в этом новом центре.